Я вітаю глядачів 9 каналу. Сьогодні не буде звичного випуску новин, тому що є одна головна подія, яка, на наш погляд, варта повнішого обговорення. Я одразу хочу представити усіх гостей 9 каналу. Вітайте, Мустафа Джемілєв, народний депутат України. Андріса Колдріх, керівник представництва Верховного комісара у справах біженців ООН в Україні, Молдові і Білорусі. Аслан Умер Керемли, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу. І Борис Трегерман, радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Вітаю наших гостей. Подія, яку ми сьогодні хочемо обговорити, це історично, на мою думку, це підписання меморандуму про взаємодопомогу кримських татар і жителів Дніпропетровської області у боротьбі за мир в Україні. Документ цей був підписаний у рамках першого офіційного візиту лідеру кримсько-татарського народу і народного депутата України Мустафи Джемілєва. Добрий вечір ще раз нашим гостям, уже по-русски. Я рада, що ви завітали майже у повному складі, уся делегація до нашої студії. Наші журналісти сьогодні спостерігали ваш візит, слідкували. Я пропоную коротку відеосправку для наших глядачів і далі будемо спілкуватися. Тож, до Дніпропетровська сьогодні завітав народний депутат України, лауреат Нобелівської премії миру 2015 Мустафа Джемілєв. Програму голова Меджлісу кримсько-татарського народу запланував насичену. В першу чергу народний депутат зустрівся із молоддю, яка прийшла із різних вишів Дніпропетровська до митної академії. Безумовно, головними питаннями були питання Криму, молодь цікавилася цими питаннями. Тим більше, що співрозмовник – авторитетний політичний діяч. Також Мустафа Джемілєв заявив, що він провів десятки зустрічей і перемовин зі світовими політичними лідерами. Вони обіцяють посилення санкцій проти агресора на анексованій території. Якщо є в нас якісь цитати з цієї зустрічі, будь ласка, ми готові подивитися. Когда я 12 марта разговаривал с Путиным по телефону, он мне говорил о том, что посмотрим результаты волеизъявления крымского народа. Так он выражался. Я говорю, позвольте, господин президент, какой может быть референдум, когда по улице ходит солдат? Когда не будет ни одного наблюдателя международного, вы же можете написать, какие цифры вам кто-то захочется. Нас, как студентам, нам предложили, сказали, что будет вот ректор проводить такую вот речь. Вот. Не хотели бы мы прийти послушать. Видите, назвала вас лауреатом уже. Я думаю, что так и будет. Я предлагаю перейти непосредственно к главному событию сегодняшнего дня, потому что времени у нас не так много, как нам хотелось. Собственно, само подписание меморандума. Состоялось ли? Что решили? Хотели? Что хотели? И все ли получилось так, как хотели? Ну, перед подписанием у нас был еще обстоятельный разговор. До этого был заготовлен проект меморандума соглашения. Но в ходе беседы мы еще кое-какие аспекты осветили, так что значительно расширили этот меморандум, и он получился довольно содержательный. Речь там идет о формальном взаимосотрудничестве представительного органа крымско-татарского народа с Державной администрации Днепропетровской области, но, по сути дела, в основном это оказание помощи Днепропетровщиной нашему народу в оккупированной территории. Там речь не идет о том, что вот Днепропетровск будет освобождать Крым, но все меры направлены на то, чтобы поддержать наш народ в этом сложной ситуации, решать те проблемы, которые возникают. Это проблема вынужденного, люди покидают свою территорию. Люди, скажем, те, которые отказываются категорически принимать российские паспорта, которые навязывают оккупационные власти, они вынуждены где-то заканчивать свои высшие учебные заведения. Там большой перечень вопросов, где... кроме того, еще размещение людей, которые будут покидать территорию. Нам было любезно предложено, если вынужденные переселенцы захотят жить временно до освобождения Крыма
Днепропетровской области, то будут создаваться все условия. Одним словом, по всем вопросам мы достигли полного взаимопонимания и будем тесно сотрудничать. Мы говорили также, и это отражено в меморандуме тоже, о необходимости создания специальной единицы Министерства по делам оккупированных территорий, в частности Крыма, где будут сконцентрированы решения этих проблем. Ну, до этого, конечно, у нас было, вы уже давали информацию в академии, таможенной академии. Мне очень понравилось там, такая живая молодежь, они очень многим интересовались. Активная молодежь. Да, очень правда? Активная, да. Ну и, наконец, вот мы посетили также мусульманскую общину. Тоже получили большое удовольствие, потому что они все рассказали, как у них здесь комфортабельно, что пользуется вниманием администрации. И как раз во время пресс-конференции выяснилось, что в течение долгого времени не возвращают историческую мечеть. А когда Игорь Коломойский узнал об этом, немедленно дал распоряжение, чтобы этот вопрос был решен. Одним словом, очень удовлетворенной поездкой. Хоть что-то смогли сделать. Ну, я не могу не спросить вас, Борис, удовлетворены ли вы результатами сегодняшних встреч, и что вы можете сказать от имени, как представитель Днепропетровской области? Я могу сказать, что в первую очередь не просто удовлетворены, а она даже превзошла наши ожидания, потому что действительно мы предварительно обсудили все пункты меморандума, ну а когда мы с господином Джамилевым уже встретились в администрации с Игорем Валерьевичем, то дополнили очень многими пунктами. И я считаю, что они довольно-таки важные, потому что действительно люди, которые переселяются, вынужденные переселенцы из Крыма, приезжают на материк, они не хотят себя чувствовать брошенными в первую очередь. Давайте сразу отметим, есть сколько таких людей, есть какие-то данные, цифры, много ли людей сегодня, представители крымско-татарского народа, покинули территорию Крыма и в частности в Днепропетровскую область? Есть какие-то данные? Более полную информацию вот представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. Добрый вечер. Это, в принципе, мы информацию имеем, но проблема в том, что никто этих людей не считает еще на национальном уровне. Разобраться, сколько конкретно людей где, в какое сложение этих семей, сколько детей, действительно тяжело. Если я не буду заходить в детали, нет про Петровской области, но мы угадываем, но можем предположить, что из Крыма до сих пор от времени, где-то так недели, две недели до референдума, когда первые люди въехали с опасением, что там не все так, как чувствовались, уже такой дискомфорт, и это сильный дискомфорт. Если уезжаешь из своего дома, оставишь своих родственников, очень часто родителей, этот дискомфорт начался пару недель до референдума. И сегодня мы считаем где-то так 12 тысяч, до 12 тысяч людей, из них сколько на самом деле представителей украинского народа, крымско-татарского народа. Еще сложнее угадывать, но снова есть у нас хорошие показатели, что крымских татар минимально 80 тысяч, пару тысяч других людей. Но проблема в том, многие люди не регистрируются, они боятся. Понятно. Они боятся высветиться, они там имеют семьи. Свое имущество и не всегда готовы регистрироваться. Но на другой стороне нет регистрационной системы, так многие люди разъехались по семьям, по друзьям. Многие люди, как в каждой такой обстановке, надеются, что вернутся через неделю-две. И некоторые уже были вынуждены покинуть свои дома 3 месяца. Обстановка нехорошая в том смысле. Количество людей, которые были вынуждены переселиться, к сожалению, на территории Украины вчера, мы говорили о 34 тысячах вчера. Сегодня у меня еще не все данные собраны из всех областей, но если посмотрим только Днепропетровск, более 400 человек за один день. Вчера знаю, что в Святогорск приехало 700 человек. Большое количество приехало тоже в Харьков. Мы сегодня уже двигаемся почти минимально 1000-2000 в день. Я бы не удивлялся, если сегодня мы уже будем перевешать или завтра 40 тысяч людей. Днепропетровская область способна? Есть у нас возможности принимать, размещать людей, оказывать помощь?
Но сегодня администрация делает все, чтобы действительно создать самые лучшие условия. Но естественно, что опыта у Украины в приеме такого количества беженцев, к сожалению, нет. Ни у кого нет. И ни у кого нет. Но есть страны, например, это опыт у Израиля, есть у других стран, у которых были военные конфликты, которые принимали большое количество беженцев. Но Украина никогда вообще даже не могла подумать, что такое может ее коснуться. И поэтому, естественно, что ни опыта, ни возможностей таких не было. И сейчас нам приходится учиться сразу по ходу. И вот сейчас нам помощь представителей Организации Объединенных Наций, конечно же, она просто бесценна. Потому что они оказывают именно практические советы, как правильно организовать это. И то, о чем мы говорим, это нужно сделать на уровне государственной политики. Организовать все условия для временных переселенцев на материковую часть. И мы здесь говорим не только о переселенцах с Крыма, а и Луганская, Донецкая область. И правильно вы говорите, что люди выехали, бросив все. Бросив свои дома, порой документы, вещи, они сюда приезжают, и они надеются на то, что здесь для них создадут комфортные условия. И взрослые еще понимают то, что происходит. А когда приезжают дети и не понимают, почему они все бросили, бросили школу, они не знают, получат ли они аттестаты или нет. И вот мы сегодня во время встречи как раз обсуждали, что мы будем обращаться в Министерство науки и образования о том, чтобы сделать все, чтобы все выпускники могли получить дипломы украинского образца. И вступительная кампания сейчас вот как раз конечно, начинается. И для тех, кто будет поступать в высшие учебные студенты, конечно, да. Те, кто будет поступать в высшие учебные заведения, создать все условия, чтобы они могли все-таки учиться не только в Днепропетровской области, а во всех областях Украины и получить дополнительные квоты для приема таких студентов. И если мы этого не сделаем, то люди просто будут себя чувствовать брошенными. Посчитать себя брошенным, наверное, это самое неприятное от своего государства, которое должно о них заботиться. Я хочу спросить у наших гостей. Я знаю, что вы сегодня были в штабе национальной обороны Днепропетровской области, да, посетили. А что вы увидели? Что можете сказать? Такова ситуация сегодня, что мы должны охранять себя. Что можете сказать? Как оцениваете работу штаба Днепропетровского? Ну, подробно более так детально ознакомиться у нас не было времени, но то, что рассказали, как она создавалась и какую они роль сыграли при предотвращении возможных здесь столкновения, это, конечно, очень важно. Вот если бы своевременно вот такое было организовано в Луганской и Донецкой областях, может быть, вот этих кровавых событий, наверное, не было. То же самое надо было своевременно сделать и в Крыму. Но, к сожалению, время упущено. А то, что нам удалось там увидеть в штабе, очень такие интеллигентные ребята, совсем не похожи на тех монстров, которых там Москва пытается предоставить. Задача их именно предотвратить возможные там провокации со стороны нашего соседа, чтобы здесь дестабилизировать ситуацию. Миссия благородная, желающих у них очень много, но у них ограниченные там возможности у себя держать. Я думаю, что те люди, которые будут вынуждены покидать свою родину, вообще должен сказать, у нас стратегия, мы обращаемся к своим соотечественникам с тем, чтобы как бы им там тяжело не было бы под оккупацией, все-таки не покидать страну. Мы десятилетиями боролись за возвращение на родину, и сейчас вот, когда покидают, это очень больно. Говорим, что переживем и это время. Но люди есть люди, некоторые люди все-таки покидают. И вот как Олдрих Андросик говорил, где-то около 8-10 тысяч крымских татар уже покинули. Вы сегодня и они, я думаю, если они будут приезжать в Днепропетровскую область, наверное, будут тоже пополнять ряды вот этих отрядов. Вы сегодня имеете доступ на территорию Крыма? Нет, меня не пускают. Не пускают по-прежнему? Вот они вот так решили, что эти ребята, приехавшие на танке, решили на моей родине решать, кому положено жить здесь, кому не положено. Все это, конечно, вызывает возмущение не только моих соотечественников, сколько был нот протеста с разных министерств иностранных дел, от Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Евросоюза, никакой реакции. Ну, вот вы в начале нашей беседы сказали такую фразу «Крым будет освобожден». Крым будет освобожден, Крым будет в составе Украины. Что для этого нужно делать сейчас? Как вы видите ситуацию? Один на один Украина вряд ли сможет сейчас в ближайшее время, потому что не тот военный потенциал.
И самое главное, мы бы хотели бы возвращения Крыма без кровопролития. А это возможно только когда будут очень серьезные санкции. Я везде говорил, вот сколько у меня было, сколько продлится это унижение нашего народа, это вот эта позорная оккупация, зависит от уровня международной солидарности. Сейчас международные структуры настолько они влиятельны, настолько у них возможности велики. Но если, скажем, 1979 год санкции, введенные Советскому Союзу, как ответ на оккупацию Афганистана были введены санкции, это привело к развалу Советского Союза, то точно так же, я думаю, что значительно более короткие сроки, может привести к развалу России. Но мы не сторонники развала России. Потому что это ядерная страна, она может, если произойдет такое, может произойти непредвиденные вещи. Мы надеемся, что в России будут у власти, или ныне существующая власть соберется своим разумом и все-таки признает, что была совершена драматическая ошибка. Надо быстро выводить войска. Думаете, это возможно сейчас? В противном случае, потому что альтернативы другой нет. Или же Россия будет очень унижена и может быть даже раздроблена. И при таком развитии событий. Вы посмотрите, вообще какого-либо престижа у этой страны не осталось. Уже дело дошло до того, что главы государств не подают руки президенту огромной страны. Вот чтобы вот это же в интересах самой, в базовых интересах самой России, как можно быстрее решить этот кризис. И мы все-таки надеемся и на здравый смысл россиян тоже, в том числе на демократические силы. Она, кстати говоря, четко тоже заявила свою позицию, что не считает правильным оккупацию чужой страны. Но и главное, международное сообщество, и в том числе те гаранты, которые подписали в 1994 году меморандум, где в ответ на отказ от ядерного оружия, они нам гарантировали территориальную целостность и безопасность. Это в первую очередь Соединенные Штаты и Великобритания. Ваши коллеги, вы верите в то, что возможно мирное разрешение конфликта, я имею в виду крымского конфликта, да, что Крым все-таки вернется в состав Украины, и как скоро, как вы думаете? Конечно, мы убеждены в этом. Сегодня хороший пример, положено доброе начало, когда лидер крымско-татарского народа, лидер и губернатор Днепропетровской области совместно нашли выход и решение социальных, экономических, гуманитарных, юридических вопросов, вопросов образования. Нашли решение очень многих наболевших вопросов, и это уже решение, и это уже шаг к решению тех глобальных вопросов, которые стоят перед государством. Вы посетили мечеть, вы уже сказали, да, об этом. Что можете сказать о религиозной обстановке в Днепропетровской области? Успели оценить, увидели что-то? Спокойно, конфликтно ли? Так продолжительного разговора не было, но меня обрадовало то, что каких-либо там радикальных или там взаимонеприемлемых течений в исламе там среди них не оказалось. Все они приверженцы традиционного ислама. Очень лояльные государства, все они в один голос говорили о том, что Украина – это наше государство, мы граждане этой страны, и будем все действия координировать с нашим государством. Вот это радует. Вы задали правильный вопрос о том, что насколько спокойно межрелигиозное общение. И в самом начале подчеркнули, что исторический визит. Действительно, он исторический, действительно, межрелигиозное общение, слава богу, у нас проходит очень неплохо. И только вдумайтесь, подчеркиваем, скажем так, это доказательство этому. Господин Джамилев, представитель крымско-татарского народа, лидер его и представитель мусульманской общины. Губернатор области представляет Днепропетровщину, но он представитель еврейской общины. Ну, мы оба вот вам и общение. Оба буржуазные украинские националисты. Да, 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 да. Оба бандеровцы. И вот вам очень показательный пример того, как произошло единение. Что представители двух народов объединились в борьбе за мир. За мир в Украине. Так можно говорить, что между общинами есть какая-то вражда?
Или можно ли говорить о том, что общины друг между другом не находят общего языка? Нет, конечно. У нас есть видеоподтверждение, у нас есть цитаты с вашей сегодняшней встречи. Я предлагаю посмотреть, и наши зрители увидят и оценят это тоже. Мы обсудили вопросы, первые шаги, которые необходимо нам все вместе постараться сделать. Прежде всего, я считаю, это должно быть Министерство по делам Крыма, по делам оккупированной территории. И также вторая часть этого министерства должна заниматься, к сожалению, вопросами беженцев с Луганской и Донецкой области. Там, где сегодня идет война, идет антитеррористическая операция. Речь идет в основном об односторонней помощи Днепропетровской области к нашему народу, жителям Крыма, в той ситуации, в которой мы оказались. В конечном счете, я бы не стал употреблять термин «не оставляем надежды», что Крым, мы уверены, что Крым обязательно будет основной частью украинского государства. И будем на это работать. Ну вот сказали, упомянули о бандеровцах, да, сейчас. Я думаю, что жители Крыма сегодня очень много информации получают по-прежнему со стороны России о том, что на территории остальной Украины бандеровцы страшные враги. Вы сегодня увидели что-то, кого-то, бандеровцы, какие они вообще вот, в Днепропетровской области? Знаете, эти бандеровцы, я скажу так, еще добавлю мнение, что просто хотят жить свободно. Просто хотят сделать свой выбор, и чтобы никто не смог ни с помощью оружия, ни с помощью пропаганды заставить людей думать по-другому. К сожалению, российская пропаганда представляет так, что здесь все делается только с точки зрения силы. Но сегодня показалось, что все выбрали европейский выбор не потому, что кто-то заставляет, а потому что убедились, что самое лучшее, когда тебя никто, наоборот, ни в чем не принуждает. И что европейская ценность, самая главная европейская ценность, это право свободного выбора. Ну как бороться с этой идеологией? Ведь многие жители Крыма хотели в Россию. Что скрывать? Я бы не сказал, что многие хотели. Хотя официальная пропаганда российская говорила, что будто бы в референдуме участвовали 82% имеющих право голоса и 95% за присоединение Крыма к России, на самом деле это не так. Есть точные сведения, что в референдуме приняли участие всего 34,2% всех жителей. А крымские татары особо, они вообще не бойкотировали. Не принимали участие. Я знаю точную более цифру. Из 180 тысяч крымских татар, имеющих право голоса, по нашим оценкам, от 900 до 1100 человек. Это 0,5%. Но и это еще не факт, что они проголосовали за присоединение к России. Там был второй вопрос в составе Украины, но с возвратом к Конституции 92 года. Но, тем не менее, это ничего не мешает им сказать, что 90 или 100 там процентов проголосовали. Типичная такая вот большевистская, а ныне вот российская пропаганда. Но мне представляется, что вот судя по настроению, которое сейчас в Крыму, даже вот это зомбирование теперь не помогает. Если первое время у кого-то была эйфория, вот мы там вернулись в Россию, то сейчас уже пришло время протрезвления. Но беда в том, что от настроения жителей Крыма теперь ничего не зависит. Даже 100% будет категорически против оккупации. Уже капкан захлопнулся. Там даже никакие вести разговоры о референдуме запрещаются в соответствии с российским законодательством. Это рассматривается как призыв к сепаратизму. Статья 220 Уголовного кодекса Российской Федерации до 5 лет лишения свободы. Поэтому здесь пропаганда вряд ли какое-то имеет значение. Необходимо концентрировать силы, которые вынудили бы Россию отказаться вот от такого разбойничьего международного поведения. Если, а все-таки я думаю, что нас ждут не очередные выборы в парламент, пойдете в депутаты, будете баллотироваться? Я на этот вопрос уже отвечаю. Я думаю, что обязательно должны быть представлен Крым
том числе и крымские татары. Но проблема вот в чем. Мы раньше, когда участвовали в голосовании, у нас довольно-таки консолидированный электорат. Мы знаем, сколько имеем голосов. И мы заключали соглашение с теми или иными политическими партиями. То есть мы вам столько голосов, а вы нам столько мест. Сейчас этих голосов практически нет, потому что крымские татары там в оккупированной части страны голосовать не могут. Не смогут голосовать. Если, например, если только мы до этого времени сможем принять закон, позволяющий, скажем, через интернет голосовать, или еще какой-то другой механизм придумаем, то тогда, наверное, будут какие-то голоса. Но в целом, я думаю, все ведущие политические партии понимают значение этого вопроса и, видимо, будут кого-то включать. Но буду это ли я, или кто-то другой, это... Ну, как эта работа сейчас ведется? Возможно, какие-то законопроекты, да, вот, чтобы предоставить возможность голосовать жителям Крыма, крымско-татарскому народу? Я знаю, что некоторые депутаты готовят. Ближе, наверное, в ближайшее время, наверное... Как-то прояснится этот прояснится. Вопрос. Вы сказали о том, что в кабинете министров возможна посада, возможно, должность премьер-министра по Крыму, да? Вице-премьер. Вице-премьер-министр. Вице-премьер, который будет курировать вопросы Крыма, но отдельно и министерство по Крыму. Такое у нас. Когда это возможно и при каких условиях? Мы вообще-то вот в Варшаве договаривались с президентом Порошенко 9 числа встретиться. Но произошли вот эти события. Перенесли на 11, опять какие-то там неотложные события. Но я думаю, в ближайшие дни, завтра или послезавтра, мы сядем и будем детально обсуждать. То есть встречи с Порошенко у вас еще не было? Так, короткая встреча была в Варшаве. Мы договорились именно в Киеве встретиться, но пока эта встреча не состоялась. И вот Генеральная прокуратура, специальное управление по Крыму. Да, это управление будет плотно заниматься теми правонарушениями, которые допускает российская администрация. Незаконные штрафы, незаконные там преследования украинских граждан. Ну и рейдерство можно тоже это сказать. Рейдерство, там... Вопросы собственности, да? Да, и очень много украинских предприятий просто они взяли, захватили, передали в собственность своим, ну, россиянам. Похищение людей, угрозы, все это, и на это будет украинская прокуратура реагировать и тоже будет выносить свои решения. А потом... Видимо, будут готовиться материалы, передаваться в Европейский суд по правам человека. Угу. Я думаю, что вот то министерство по оккупированным территориям, которое, возможно, я надеюсь, будет образовано, да, может сотрудничать и с руководством Днепропетровской области, в том числе есть уже сегодня первый опыт такой. Да? Я так понимаю, что мы первые, Днепропетровская несомненно. Область первая. И с господином Джамилевым мы еще согласовали вопросы. Все-таки нужно быть инициаторами законодательных актов, которые помогут ну, повседневной жизни тем, которые сюда переселяются. Мы столкнулись и с несовершенствами миграционного законодательства, и работой МВД. То есть нужны новые законодательные акты, которые будут соответствовать реалиям сегодняшнего дня. В первую дня. Очередь, вот что сегодня нужно, чтобы люди чувствовали себя, ну, скажем, я не могу сказать в безопасности, но более защищенными, да, люди, которые уезжают, которые оставляют свои дома, что мешает нам, в первую очередь, законодательно? Несовершенство, опять же, законов. Ну, элементарно, когда люди сегодня уезжают из Крыма, им ставят штампик, что не выписаны. Они приезжают, например, в любую из областей Украины, их прописывают, но их прописывают временно. Если временно, они не могут претендовать на работу, они не могут претендовать на льготы, и получается коллизия законов. То есть нам нужно все-таки прописать законодательно правовой статус людей, которые переехали на вынужденные переселенцы. Это необходимо закрепить законодательным статусом. Ждем депутатских инициатив в том числе. Ну что, к сожалению, наше сегодняшнее время заканчивается. Буквально по несколько секунд могу дать каждому из вас пожелания, ваши впечатления от сегодняшних событий. Впечатления коротко. Прекрасные. Мы здесь получили больше того, что ожидали. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Видимо, будем уже часто навещать вас. Вас пригласить не можем пока в Крым. Я думаю, ну, в ближайшее время, наверное, все-таки освободим Крым, и вы будете нашими желанными гостями. Дай Бог. Ваши впечатления. Сегодня положено доброе начало. Мы желаем мира, добра, благополучия. И со своей стороны будем для этого прилагать максимально усилий. Спасибо. Что вы можете сказать? Я заметил, что пусть одна часть Украины берется плотно за решение этих проблем. Солидарность между населением, неправительственными организациями есть.
чтобы правительство, структуры правительства начали этим заниматься плотно, это очень важно. И мое желание бы было, что не только чтобы люди могли вернуться домой, чем скорее, тем лучше, но если не могут вернуться домой, чтобы тоже на центральной уровне такие договоренности, как я сегодня присутствовал, договоренности, которые основаны в международном праве и в хороших стандартах, те, которые стандарты ООН и стандарты Европы, чтобы это распространилось на всю Украину. Спасибо. Спасибо нашим гостям. Спасибо за то, что пришли к нам в студию, за то, что приехали к нам. Я ще раз нагадаю нашим глядачам, сьогодні у рамках першого офіційного візиту лідера кримсько-татарського народу, народного депутата України Мустафи Джемілєва був підписаний меморандум між жителями, між головою Дніпропетровської облдержадміністрації і лідером кримсько-татарського народу. Будемо сподіватися на співпрацю і на мир, безумовно. Дякуємо за увагу, залишайтеся на 9-му каналі. До побачення.